have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И это конец матча. Та-ра-та-ра-та. Всем доброго времени суток. Всем привет. Я успел крикнуть перед смертью, кто убийца. А поздно, раунд закончен. Ладно, пойдем мы сегодня с вами в Мёрдор. Как-то мы одно время зависали в этой игре, потом как-то про нее забыли. Вообще я подпрыгиваю. А, ладно. Я Глория. Кто-кто? Мибо. Я Апрель. Апрель. А я Май. Ладно. Я Карен. Карен? Это очень токсично, ладно. Ну-ка. Так, хорошо. Давайте так по чесноку. Если кто-то перса. Из нас убийца, то никто не признается. Да. И в принципе не говорим наши роли, а то так неинтересно будет. Не, в смысле роли. Имя можно сказать. Ну хотя, ну ладно. Я Мэри. Хорошо, хоть не Мэри. Да я кровавая. А можно, если я буду кидаться ножами, орать мюда-мюда-мюда-мюда-мюда? Нет. Можно, можно. Разрешаю. Так. Ах ты ж, Карен! Ах ты ж, я тебя понял. Кто убийца? Карен. Карен? Карен. Не говорим же, кто убийца, если тебя убили, так нечестно. Нет, так честно. Не говорим, если ты убийца. Прямо вот говори, о, я убийца, я пошел вас убивать. Нет, вот так не говорим. А если тебя убили, ты знаешь, кто убийца, то говорим, нифига. Не-не-не-не. Не говорим, если... Короче, пока ты живой, еще можно говорить. Если тебя убили, то ну все. Нет, ну блин. Ну хз, по-моему, да, тоже. О, труп. Разрешаю говорить. Серьезно? Да. А где письменное разрешение и справка о том, что ты не верблюд? О, коробка. Ребят, я заказал. Погоди, ты коробка? Коробка, стой! Карен! 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 Помоги! Серая девушка-убийца! Карен! Помогите! Как вселяться, я не помню сейчас. Уйди от меня! Уйди от меня, женщина! Нужен какой-то объект камера. Поменьше, чтобы вселиться, ну-ка. А, да! Да-да-да. Как да. Вселяться? Нужен объект поменьше. А, ты чё, офигел? То есть, вот, я Глория. Карен, Карен убийца. Карен убийца. Да, вроде. Я Глория, и я банк Блоксиколы. Ах ты плохой, конечно. Верните мне ждал такого, да. Я ожидал подставы, да. А, Цузэм? Да. Ясно, ясно. Не, ну Цузэм это, конечно, вообще... А я не знаю, там люди коробкой оборонялись. Обувной. Судим, это обувной, понял? Обувной? Обувочный. Обувной, ты? Да, ты теперь уборочный. Так, о, вот это странный персонаж. А почему? Я первый раз такого вижу, ладно. Я чат, я повар. Это картошка. Я Патрик. И я Макс. Я Квебек. Квебек, Карл. Я Скарфейс. Квентульбек? Кто из как... кто? А, я вижу убийцу, помогите! Кто он? Джонни, они на деревьях? Кемота, да. День, Кебок. Я вижу Джонни. Кто? Джонни. Кто? Давай они Джонни, на они на деревьях. Квебек! Это Квебек! Это Квебек! Это Квебек! Понятно. Но он меня заморозил. Ребят, я стою в подворотне. А кто? Я подворачиваю, помогите. Помогите! А вы отмораживаетесь, интересно, со временем, отморозки или нет? Кто Квебек? Надо подойти. Тут черный такой, ой. Ну, да. Хорош, хорош. Да-да-да, такой. Клоун! Куда? Что? Куда? Почему? What? Что произошло? Почему? Он там прям полетень. Почему я улетел в космос и вдруг раунд закончился? Нифига, меня никто не стрелял, ни. Чего? Ладно. Пон. Кстати, котяра, у тебя какой уровень? Я 12 уровень, я про. Ах ты мелкий, я всего лишь 10. Луиджи! Я Генри. Я Эмма. Классика, классика. Давайте это, я Анастасия. Давайте соберемся. Зулу? Ты кто такой? Чтобы я оказался убийцей и зарезал вас?
Эмма. Ну а ты не будешь Оскар. Убийцей. Да блин, ну, а я никого кто знает, не кто знает. Вижу. Идите сюда. Я рефлективно уже прыгаю на крышу машины. Паркурщик чертов. Нет. Да. Паркур. Так, Квебек. Кстати, Квебек надо сейчас выглядит по-другому. Дезерт, дезерт, тут военные машины, газолутаю. Да-да, я уже здесь. А, слышишь, здорово. Погодите, они не военные, они полицейские. Ну они похожи на... Так, Оскар, это ты? Я Анастасия. Оскар, Оскар, я. Ясно. А кто еще? Я Луиджи. Луиджи, привет, Луиджи. Эмма, Луиджи, Анастасия. Ох ты ж, блин, фига себе, тебя из радалерта вытащили. Look, he's dead. Где? Да, Генри. Тикман? Да. Пон. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я иду за Квебек, чтобы она думала то, что я убийца. Надо выкинуть его в космос. When the buster is us. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Пу-бу-бум. Пом-пом. Квебек убийца 100%. Это Лиза! Лиза? Да. Лиса? Лиса. Да, Лиза. Лиса. Лизи. Лизи, Лизи. Зулу. Только я... Только мы с флагом поняли. Ай, меня снайпнули в полете. Прекрасно. Это за те шутки про рипера. А где вы? Где вы все? Мне интересно. По-моему, самое безопасное сейчас держаться на улице. Да. Бойтесь человека в красной одежде. Ага, неактуальная инфа. Мне попался персонаж дальтоник, я не знаю. Ну, сейчас кто-то откинет. Да, тут добавили такую штуку, как дальтонизм. Я вообще офигел только что. Ну, не только что, когда начали. А? А как вселиться? На какую кнопку? К маленькому предмету. На Е, на Е, на Е, на Е. Я бочка. О! Надо быть мертвым. Полтергейство. Полтора гейца. Привет. Я, правда, очень двигаюсь, но я двигаюсь. Тебя убить. Тебя к убийце привести? Ты не успеешь, у нас полтора минуты. Вот он. Я успел. Здорово, Генри. Погоди, Зулу убийца? А ты не видел, как он только что чего прирезал? Надо спрятать тело. Надо спрятать тело. Зулу не убийца, ты меня подставил. А кто убийца? Потому что я его застрелил и меня убило. Да я только смотрю, как Зулу тащит с собой труп Генри. Ну ладно, байстендеры выиграли. Вот. Киллер Квин. Ну, Багдан. Байдзо, да. Байдзо, да. Ох, я под конец убил чувака. Для Марио. Зачем ты мне... Блин, It's me, Mario. Что? А что у всех черно-белое? Я нет. Не пойму. Почему? Нет. Почему нет. У меня уже вторая катка, я черно-белое все вижу. Что происходит? Что это за музыка? Только кого как зовут? Рэйчел. Я Марио. Я Морти. Я Дино. Погоди, я был Луиджи в прошлой жизни. Нет, Марио, Мария, стой. Мария. Мария? Марио? Мария. Вон, вижу. Чёрт. Мухаммед Абду? Мухаммед Абду. Погоди. Я выяснил. Это муха. Джейкоб. О, тут велик есть, можно уехать. Я колесо, и я буду кататься. Я выяснил. Это муха. Здорово. Здорово. Чё-то, погоди, значит, здорово. А! Меня убили сзади. Это о, Мария. Мария! А! Мэри. Бежать! Труп! О! Консервные банки! Есть! Я пачка печенья! Я буду велосипедом, я буду. Я бочка. Бочка очень хорошо управляемая, кстати. Бочка, кстати. Я не могу ездить! Мелон ран! Мелон ран! Ран, бочка, ран. Давай! Нет! За что? Может, меня хотят срезать и съесть. С чего ты взял вторую часть? Извините, для этого у тебя есть Silver Chariot Requiem? У кого именно? Да, без Б. Ну тогда можно. Без Б в смысле без баб? Да. Отсылки на... Дайте мне цветное зрение, что за черно-белая серия, что происходит? Я нашел кошачью еду.
О, норм, я арбуз. Это нужно прям must have. Я Тебе могу... что? Почему? Почему? Ну, вот почему? Я что? Сэм. У нас сегодня нуар какой-то. Погоди, может это какой-то баг? Какой нафиг баг? Все остальное цветное. Что? Мой персонаж цветной, мои жизни цветные. Почему? Это походу какой-то баг. Ты дальтоник. Да, это баг походу. Нет, знаете, я это оставлю как есть, потому что это очень необычно. Я не ожидал, что так будет. Я Сэм, у меня Сэм. Очень красивый скин. Эй, Сэм Вейс, стой. У нас ну. Мухаммед Абдул. Хорош, да. Там кого там Абдул уже. Вольф, стой. Когда на меня так идут, мне не нравится. Фиолетовый, он подозрительный. Браво. Спасибо. Фрум, ты выглядишь очень подозрительно. Very sus. Так, хорошо, у нас тут Джон Вик, которого Мурда. Зовут... Я Мурда! Хенри. Мурда! Будет Мурда, того, да, ребята. Конечно, ребята, прям хорошо. Ребята, смотрите, я сейчас так, поставлю бочку. У нас тут пингвин так. Морти? Да. Слушайте. Okay. Слушайте, давайте делать батлфлип. Бочка флип? Да, бочка флип. Ак, забей. Улики искать будет. Не говори про улики, я еще быстренько за револьвером сбегаю. Ок. А, это легко убили, легко убили. Легко убили? Легко. Кто умер? А я думал, что Волжина убили. Меня тоже убили, это... Клад закопан в... Прыгайте в окоп! В окоп! Какой окоп? Это был плохой человек. Нехороший. А где тебя убили? В подворотне прилезали. А где подворотня? Кстати, я до этого не видел Далию с нами. Но мне, наверное, это она была. Пингвин убийца, он меня преследует, не! Че, Гвинпин? Да. Имя сказать? Мухаммед Абду! Ребят, я так понимаю, что у вас есть какое-то специальное задание. В каждой серии есть какая-то фраза, которая должна повториться 20 раз. Так я понимаю? Это вот прямо то, что надо? Отсылка на Жожда должна быть. Она обычно называется отсылкой, потому что происходит один раз. Жожда референс? Дезерт, в какой организации ты работаешь? Я не знаю. Давай, ребят, всем известно, что настоящие фэны Джорджо живут исключительно на деньги из фонда спидвагона. Спидвагона. Да, так и есть. Да. А вы не знали? То есть, если ты работаешь, то... О! Она за мной... Она меня догнала. Привет! Ты что, все время дальтоник, даже когда ты умер? Да! Меня пингвин пытается достать, даже когда я уже призрак и в ящик себе. А может, что-то на инвентарь? Вдруг это у тебя какая-то фигня с инвентарем? Да, инвентарь цветной. Найфаурас... Что-то Скольких я зарезал? Скольких перерезал? Я почти всех убил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек, фига себе. Тебе там денег должно было быть вы... Ну да. Да ё-моё. Да. Ладно, хватит. Заряжённый. Кто? Убийца. Кто убийца, признавайтесь. Я сделаю вашу смерть безболезненной. Бесполезненной. Карен! Так, у нас Карен уже уехала. А за кем охотимся? А! Я чёрт! Да, Карен, это, кстати, я. Что-то... Кило. Что-то чёрное. Ну что, вы офигели? Гладите! Я просто в кого-то нож метну. А ты был изначальным зомби? Нет. Я просто Майка Роллингстон, Майка Роллингстон. Майка Роллингстон, Майка Роллингстон. Джолин Джос. А как оно за картой? Что это, Эмма? Эмма читер? Ай! Не, это было читаемо.
есть идея. Давайте вытолкаем кого-нибудь за карту. Вот. Так уже. А всё. Мёрдер Винс. А я был изначально с пистолетом. Я тоже был изначально с револьвером, очень обидно. Я через дверной косяк, на меня выбегает убийца и бах такой, и всё. У Фрума, короче, сбагал с режима зомби, походу, этот. У меня тоже. А у меня зомби-режим тоже забагался, но наоборот, у меня все было белым. Нет, белое было нормально. О, я наконец-то цветной! Неужели? Да, это было мое предположение, и оно оказалось верным, я не удивлен. Молодец, версия была успешной. Я всегда проходил, когда нет. То есть кто? Я Рита. Я он волшебник. Я Дельта. Воу, X-Ray, X-Ray. Давайте все скажем наши имена. Рита. Дельта. Дио. Дельтарун. Дио! Ты думал, это был я, но нет, это был Дио! Это был я! Дио! Эй, а почему чувак в шапке ушанки такой подозрительный с ножом бегает? Это лиса. Он, наверное, просто какой-то. Опять альфа, юперный театр. Ой, Денизи! Это лиса! Беги, Дион! Родион, где карта? А это Родион? Тот, который друг альфы, скажем так. Да. Это Уильям Цепели, помогите! Это Майка Роллингстон. Так. Майка Роллингстон. О, тут можно взять. Майка Роллингстон. Всем пофигу на то, что тут Анкл Сэм. Вообще-то есть еще это куртка Бэйна и Майка Джексона. Не, у меня есть Майка Роллингстон. Серьезно? Видимо, я что, угадал то, что это лиса была? Ах ты, Анкл Сэм. А ты не видел, как ножом бегал? Я просто упал. Я тоже упал. Я перерезал пол сервера и просто свалился. А я вижу, ты рядом со мной чего убиваешь, я испугался и вниз упал. Так, я Анастасия. Кто есть кто? Эйприл. Я Джейк. Так, ребят, вот это совпадение просто, наверное, одно из тысяч. Эйприл в желтом костюме. Зачем ты? Не! Это... Так, кто? Зеленая Анастасия. Анастасия убийца! Анастасия убийца. Вы мертвы? Я да, Анастасия я нет. Так, погоди, ты Анастасия? Да. Кто Анастасия? Котяра. Нет, это не котяра, это Дио. Он с сапогом бегает, Анастасия с сапогом бегает, сейчас кому-то на голову оденет. У нас улика забагалась, мы ее подобрать не можем. Почему у тебя ботинок зовут Анастасия, а не тебя самого? Майка Роллингстон. За мной Анастасия? Я не знаю, кто. Пожалуйста. Посмотрю на это все свысока. Привет, Амелия. Привет. Привет, Анастасия. Привет. Пока. Это ж карта из КС. Это сначала карта из КС, потом это карта из Арсенала, потому что роллы, они собирают карты из КС некоторые. Ричард. Горет. Фу, вот это тут намусорено. Заткнись. О, может я стану каким-нибудь... А, все, не стану уже. А чё я пока... ну ещё Зуземи. Зуземи, ты выиграл? Да. Ну вот он был Морти. То есть... О, погодите, Висфорд... ну да, вот 0-9, всё, хорошо, я понял. То есть я пока... То есть я пока на втором месте, да, по эффективности убийцы? Ну, наверное, да. Чё-то у меня сейчас был чувак в тёмных очках... Какая кнопка, чтобы замаскироваться? Я Марио.
Марио, хорошо. Шаурма! Бургер! Я нашел бургер! Жасмин, Макс... Я Генри! Генри пожарник! Где мои печеньки? Блин, прикиньте, если ты будешь Томасом. Река. Если Генри пожарник, то Томас паровозик просто... Эй, смотрите, там бургер из окна вылазит. Из какого окна у тебя бургер? Погоди, а тут разве не была вертолетная площадка раньше? Была. Это что, для этой карты порезали или да, в принципе порезали? Да, тут много чего порезали. Кто есть кто? Я Генри. Генри я пожарник. Есть Марио. Я Макс. It's me, Марио, я Боб. О, давайте все встретимся на... На входе. Да, на входе, идем. Я принесу бургер. По-моему, это самое простое разводилово, которое Марио! Может быть, он убийца. Боба, ты кто? Бургер? Нет! Я Макс. О, ты Макс? Стой. А? Ты Боб? Да, я Боб. Не сталкивай меня. Так. Эйприл. Это не ты, Эйприл. Я был более труш на Эйприл. Что это за режим? Я тебя толкнул. Ты должен умереть в муках. А, да? Понял, сейчас. Макс, я за тобой слежу. Ладно. Не надо, не за тем следить. За мной следят. О, нет, меня скинул кот. Привет. Помоги. Это он сам упал. Да? 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 Я тебе говорю, он сам упал, я ничего не делал, я совсем его не толкал. Почему-то мне сейчас вспомнился Natural Disaster, как там люди на краю стояли и почему-то сами падали. По пять человек за раунд. Они сами. Я принесу бургер. Это бургер? Ты будешь бургер или картошечку? Что, это было мое? Ладно. Я буду следовать за тобой. А, кто это? Это была самая, по-моему, сейчас тупая смерть. Ребята, это Sex Pistols. Серьезно? Ну ты видел, там у чела пистолет светится? Да. Дина, ну пофиг уже, что Дина... Мы просто по времени победили, что ли? Ребята, так, смотрите, я сделаю сальто в воздухе. У-у-у-у! Ну, кот тоже упал. Здорово, чё? Добро пожаловать в нашу канаву. Клуб Самон. Что за джиггернаут? Джиггернаут? Да, джиггернаут. Я браво. У нас просто такой там канал, но на самом деле нельзя просто произнести джиггернаут. Нужно сказать джиггернаут и еще одно слово. Ну ладно. Кто убийца? Пацан. Признавайтесь, или я услышу. Там стоит это, ну, короче, тень. Пацаны, я выстрелил! Его пофигу! Че, браво убийца? Погоди. Королева. Что? Браво не убийца. Браво сам только что сказал то, что он не убийца. Слушайте, а я рассказываю вам историю про своего кузена. Раньше он тоже стоял в АФК, а потом ему прострелили колено. Да, печальная история. Пацаны, стоять на месте. Погоди, там двое, где они в АФК? Да. Кого они тут стреляют? Видишь? Где они в АФК? Стреляйте. Если с кому-нибудь... Сейчас кто-то резко живет и убьет всех вас. Вас убьет, меня нет. Ладно, это был очень странный матч. Крутим кейс. Эрик, минуточку. Висфа. Это было легко. Фигли. Ауру покупаю. Сейчас у меня тоже будет станд. Станду нейм. Стар платина. Воу, вот это кошачьи ушки, вот это прикольно. Я Эрика, леди Димитреска. Эрика. Я Пол. Блин, то, что классно, что здесь очень редко повторяются вот эти все имена, вот и виды, и всякое такое. Оно классно выглядит очень. По-моему, раньше не было такого крутого разнообразия. Короче, встречаемся у хода. Надо, короче, будет сдохнуть и бегать за Фрумом в этом... с ведром с краской за то, что он меня скинул с этого, с крыши. Поздно. Меня унизили публично, я стал Полом. Кончики! Быстро идите к входу, если Леночка, вы мертвы. Тебя зовут Изи? У меня три пончика, идите. Чувака зовут Изи. Мои пончики пропали. Пончики были смыслом моей жизни. Так, стоп. Ну все. Кто убивец? Кто из вас? Убивец? Кто убивца? Кто убивца?
К сожалению, не я, вы были уже мертвы. Пацаны, кто убивца? Я убивца в активе. О, хочу, труп! Я хочу... Ребят, я нашел труп. Я думал, он улетел. Чувак только смотрит вверх и прыгнул. Кто Кристина? Кто Кристина? Кто Кристина? Я Эрика. Ребят, я... Отдай. 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 Смотрите. Отдай November. Стой, стой. Дай. Дай, моё. Мне кажется, мы сейчас очень сильно рискуем нарваться на блок YouTube после таких действий. Стой, стой. Пацаны, признайте то, что мы все Кристина. Где деньги, Львовский? Ты обещал его отпустить. Да, отпускай его. Нет, он упал. Блин, игра превратилась в какую-то публичную касть. Пацаны, кто убил Риту? Риту? Ребят, ай, вы мелкие, вы убили Кенни. Кто убийца? По-моему, убийца только сейчас подойдет, он такой, а, что происходит? Пол, бегите, это Пол. Может, это Пол? Я там убийцу нашел, алло. А у меня даже пистолета нету. В себе откопал убийцу, пришел нас всех убивать. У нас минус кот, ребята, он упал. Его публично казнили. Меня толкнули. Это было скрытое убийство скота. Я не хотел. Рита. Подходите ко входу. Почему на этой карте так мало осязаемых предметов? Изи не был убийцей с первого раза. Так, а, у меня, кстати, тоже были прикольные ушки, да. Почему я об этом кому не знал? Кому колено прострелить? Я хочу посмотреть на то, какие... Серый! Ребят, серый! Легко, Ник, Ник легко. Он надел костюм с... Я промазал! Слушайте, Джонни убийца, не? Да, Джонни убийца. Да, Джонни убийца. Мне вот интересно... Go, Johnny, go, мне go. Интересно, как Джонни меняет облики. Я тоже так хочу. Джонни еще одел костюм с глазами. Он три куртки? Он, по-моему, вообще сквозь стену убил. Никто не оценил мою шутку. Потому что мало кто видел эту рекламу, наверное. Джонни насилует Кристину. Нет. За что? Я придумал. Нет, я. А, я понял, что... Офигеть, вот это умно было. Он пытается трупом забить пистолет в угол. Офигеть, он забил пистолет под кондиционер. Пристань ему. Вон что? Дай картошку, Дона. Не на тебе картошка. Нет, не падай. Я свое тело. Я сейчас заберу свое тело. Как мне взять картошкой пистолет? Это вы... Давай я выкачу. А, ладно, Murder wins, офигеть, Фокс. Помогите мне вселиться в мое тело, я заберу пистолет и застрелю его. Картошка не может дать столько энергии, чтобы воскресить тело. Там нужна молния. Давайте я вытащу своим ломиком пистолет. Ладно, ребятушки, думаю, тогда на этом будем заканчивать. Пишите, как вам, что вам. Возвращаемся в этот режимчик, он классный, хороший. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда. Покеда. Пока-пока.